все новости. 27.07 Вакцинация от инфекции снижает риск развития деменции Альцгеймера. 19.06 Кишечные паразиты помогут лечить рассеянный склероз. 24.12 Ученые создали 3D-карту стриатума. 10.12 Паттерны нейронных сетей отвечают за организацию речи. 02.12 Определены нейроны, отвечающие за мысли о самоубийстве. 20.11 Ученые нашли новые причины болезни Паркинсона. 15.10 Ученые поняли, как развивается деменция. 07.10 Компьютерная модель поможет разобраться, как работает память. 16.09 Интенсивность активности мозга стимулирует потребность во сне. 12.09 МРТ позволит предсказать развитие деменции после инсульта.